Стойте на платформе, блядь, немножко, я вас умоляю. Да стойте на месте, блядь. Да станьте на платформе, нахуй, на секунду. Да постойте вы на платформе, блядь, все. Да ну, вернитесь на платформу. Стойте на месте. Блядь, ты чё? Давайте, запрыгивай. Блядь, давай, запрыгивай наверх. Запрыгивай. Ну куда они? Не поднимайтесь, пожалуйста, блядь! А, все, пиздец, мы сломали. Надо по правой стороне стоять. Украине или по какому-то Израиле? Зайдите, зайдите, плюс ставить, пожалуйста! Когда он касается нас, или происходит где-то рядом. Вы помните, когда Открывай дверь! Дайте ключ! Ключ дайте вставить! Все, вставляй! Разойдитесь нахуй! Ходи, блядь! Сука! Налево! Направо! Бегите, блядь, красный! Направо беги! Зеленый, открывай дверь! Все! Пиздуй, блядь! Еще выше. Зеленый, стой ключ! Да стойте ключ! Ёб твою мать! Ну, блядь! Вот это гороха, нахуй, интересно! Ёб! Блядь, отталкивайте! Заходите, блядь! Что они должны быть закрыты, они отсюда, по-моему,
это сейчас сделать. Мы обязаны иметь эти горящие штуки, от которых нужно избавиться. И мы особенно не должны отвечать от тех тектонических разломов, прямо после сельского с местами, в которых случаются цунами. Это будет происходить, пока определенные люди хотят привести деньги в свои карманы. Падайте, не двигайте платформы. Это издевательство, которое мы говорим с окружающей средой. Оранжевый! Все, ничего не двигайте, ничего не толкайте в своей жизни. Фиксированные гены на самом деле влияют. Другие организмы в долгосрочном периоде. Все, ничего не двигайте. Ничего никогда не двигайте, просто залазим. Ничего не двигайте. Куда оно двигается, блядь? Вы чё, нахуй, дайте пространство, блядь! Причина, по которой Homo sapiens развился дальше любого другого вида, заключается в способности всех нас покупаться на коллективную выгоду. Будь это цивилизация, правительство, нация, деньги или религия, все это коллективные выгоды, на которые мы все купились. Я не знаю, я не уверен, есть ли среди 8 миллиардов людей... Прыгайте, оранжевый! Хотя бы две одинаковые реальности. Совершенно верно. Куда ты толкаешь, блядь? Запрыгивай наверх, фиолетовый, блядь! Камон, орал за сегодня на вас, игроков, простите меня, пожалуйста. Игра сделала из меня монстра. У меня была негативная арка, которая сделала из меня монстра.